Во Всероссийском детском центре на летней детской киноакадемии состоялась встреча с актером театра и кино Дмитрием Широкоисом. Мне кажется, гораздо лучше быть с собой и вот так, познакомимся с вами, почувствуем друг друга. Большую известность молодому актеру принесла роль Бориса Левина в популярном телесериале «Интерны». Мальчишки и девчонки расспрашивали гости о съемках сериала, о любимых предметах в школе и о спортивных увлечениях. Какими секциями вы занимались в школьные годы? Занимался футбол, каждый день играл, и большой теннис, это моя такая большая любовь. Вопросов у сменовцев было много. Их интересовало, как Дмитрий поступил в ГИТИС, почему выбрал для себя именно эту профессию и есть ли у актера любимый фильм. Фильм называется «Пляж». Он заключается в том, что существуют мечты и фантазии об обществе, где мы все отдыхаем, где все хорошо. Это утопия. И этот фильм – утопия. И в самом конце есть кадр, где они во время счастья сфотографированы все вместе. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, и гости-участники получили массу положительных эмоций от общения. Дмитрий очень забавный, я видела его раньше, мне очень понравилось то, как он отвечает, особенно на мой вопрос. Зарядился положительными эмоциями, были классные вопросы, многие мне запомнились, вот, там, про какие секции я занимался, какие роли хочу сыграть. Это довольно интересный такой со стороны ребят творческий подход, потому что вопросы были не шаблонные. В завершении встречи каждый желающий смог сфотографироваться со звездой, получить желанный автограф.